Пусть мы не верили в скорое возвращение свободы, но в отношении себя я знаю, что мы делали все возможное, чтобы приблизить ее, содействовать ее утверждению, содействовать обличению и разрушению этой лживой человеконенавистнической доктрины всеобщего равенства и счастья коммунистов, которая создала, казалось бы, вечную и всемогущую империю зла на когда-то прекрасной 1/6 части суши нашей планеты, какой была Россия. Многолетние узницы советских лагерей, сестры-анархистки Анна и Татьяна Гарасева с 1925 года провели десятки лет своей жизни в тюрьмах и ссылках. И хоть они и не были известными деятельницами анархистского движения начала 20 века, их сопротивление большевистской системе заслуживает отдельного ролика. В своих мемуарах под названием «Я жила в бесчеловечной стране» Анна Гарасева рассказывает о неизвестных или забытых людях, о беспределе первых революционных лет, о тюрьмах и ссылках 20-30-х годов, о крушении сталинской деспотии и вообще жизни в СССР. И в этом ролике мне бы хотелось поведать вам историю этих удивительных сестер, которые боролись с советским режимом буквально до конца своих дней. Кстати, многое, о чем пишет Анна в своих мемуарах о глобальной системе насилия в тюрьмах, можно до сих пор услышать от бывших заключенных в России. Бывшие заключенные женщины рассказывают, что сотрудники колонии избивают заключенных, отправляют их на круглосуточные работы, запугивают, а порой и вовсе оставляют умирать от болезней без соответствующего лечения. Так, несмотря на контроль со стороны правозащитников, российской художницы и бывшей политзаключенной Саши Скочеленко долго не удавалось получить требуемую безглютеновую диету. Адвокат Скочеленко рассказывал о ее жалобах на плохое состояние и тошноту, возвращение депрессивных эпизодов и отметил, что девушке не оказывается должная медицинская помощь. В мужских же тюрьмах тотальный беспредел стал уже настоящим конвейером насилия, работу которого поддерживают не только тюремные надзиратели, но и так называемые разработчики, которые по приказу оперативников насилуют и мучают других. Массовые издевательства с преобладающим сексуальным насилием над заключенными будто бы поставлены на поток. И политзаключенные не являются исключением. Их, напротив, порой стараются ломать с еще большим усердием. Но вернемся к нашим сестрам-анархисткам. Еще один важный факт, который стоит озвучить. Анна Гарасева на протяжении многих лет была тайным секретарем и ближайшим доверенным лицом писателя-диссидента Александра Солженицына во время его работы в Рязани над книгой «Архипелаг ГУЛАГ». Обе сестры были внесены в список свидетелей архипелага. Так, в последнем подготовленном при жизни автора издания «Архипелага ГУЛАГ» Александр Солженицын озаглавил список из 257 имен тех, чьи рассказы, письма, мемуары и поправки использованы при создании этой книги. Стоит, пожалуй, отметить, что личные истории и мемуары людей, которые не были публичными и заметными фигурами на общественной и политической сцене, обладают особой ценностью, как мне кажется, и важностью для понимания событий того времени. Часто именно такие авторки, не обремененные славой, карьерой, какой-то медийностью, имеют возможность более внимательно наблюдать за окружающими их современниками и происходящими событиями. Нередко мне попадаются персонажи в том или ином движении, буквально опьяненные своей медийностью и нарциссизмом, но это, как говорится, уже совсем другая история. Таким образом, записки, воспоминания, дневники малоизвестных женщин, не обладающих медийным капиталом, предоставляют порой более детальный и объективный взгляд на прошедшую эпоху. Сестры Гарасевы Татьяна и Анна родились в 1901 и 1902 году в селе Волыни Рязанской губернии в семье учителя Михаила Гарасева и его жены Акелины. Важно отметить, что Анна еще с юности несла в себе дух бунтарства и свободы, не желая подчиняться авторитетам и принимать на себя обязательства, которые не соответствовали ее личным убеждениям. Такой вот часто сложный и неудобный для консервативной общественности характер, ярко проявляющаяся в ее записях, она сохранила до конца своих дней, считая своим долгом защищать истину и ставить под сомнение любые общепринятые мнения, которым легко поддается толпа.
Мне очень понравилось, как Анна в единственном сохранившемся с сестрами интервью, по сути, это фрагмент из фильма французской режиссерки Элен Шатлен под названием «ГУЛАГ», с гордостью отмечает, что всю свою жизнь она была анархисткой и боролась против любых принуждений. Послушайте этот фрагмент. Нет, я не стала анархо-синдикалисткой. Я считаю себя анархо-индивидуалисткой. И я считаю, что всю свою жизнь я была анархисткой. Я всегда протестовала против всяких принуждений. В 1920 году Анна окончила вторую ступень единой трудовой школы города Рязани, в 1925 Рязанскую фельдшерско-акушерскую школу и вступила в анархо-синдикалистскую группу. Ее сестра Татьяна также была образованной девушкой, и в 1917 она поступила в Московский университет на факультет общественных наук, где слушала лекции теоретика анархизма профессора Алексея Бурового и вступила в студенческий анархистский кружок. Татьяна вспоминала о том времени так. «Мы тогда существовали совершенно легально. Я прочла на дверях вуза объявление. В такой-то аудитории в такое-то время состоится собрание анархистов. В кружке были в основном девушки. Очень скоро Татьяна и Анна приехали в Ленинград. Там они устроились работать медсестрами, пригодилась фельдшерская школа и продолжали участвовать в работе анархо-синдикалистской группы. Татьяна держала связь с эмиграцией в Финляндии, сняла скромную комнатку. На этой квартире ее и арестовали в 1925 году. Вскоре провели обыск у Анны, вернувшейся в Рязань. Нашли книги Кропоткина и фотографию анархиста Топилина». В Москве было очень много в это время анархистских клубов Кропоткинского толка. В феврале 21 года он умер. Под свежим впечатлением огромное письмо написала Анне в Москву, в Рязань, как мы хоронили Кропоткина со всеми подробностями. И после этого письмо фигурировало в нашем деле, оно и теперь на... Так на сестер было заведено уголовное дело об их якобы участии в террористической анархистской организации. Решением особого совещания сестры получили по 3 года политизолятора и по 3 года ссылки. Срок отбывали в Верхнеуральске, где познакомились и подружились со многими знаменитыми политзаключенными, участвовали в коллективных протестах и голодовках, но об этом поговорим чуть позже. В этом плане судьба семьи Гарасевых была на редкость типичной для многих миллионов российских семей. Одни ее члены скитались по тюрьмам, ссылкам, лагерям, а другие работали изо всех сил, чтобы поддержать отсутствующих и помочь выжить оставшимся на воле. Как оказалось, в политизоляторах сидело много интересных персоналей. Вспоминают сестры известную эсерку Екатерину Алицкую, анархиста Всеволожского, который был племянником Тухачевского, и анархистку Штюрмер, которая была племянницей царского министра. Кстати сказать, многолетняя узница лагерей Екатерина Алицкая также являлась мемуаристкой и впоследствии много помогала Солженицыну в работе над архипелагом. Нас, политиков, которых было более 400, разделили по политической принадлежности в разные скиты. Мы, совсем юные, которых забрали из факультетов, из подпольных кружков, встретились здесь с поколением, которое для нас было живой легендой. Эти люди прошли через каторгу, подпольную борьбу, тюрьмы. Они учили нас защищать политический статус, который день ото дня администрация пыталась нарушить. Писать Анна начала, по собственному признанию, только за тем, чтобы разобраться в причинах их первого сестрой ареста и того, что за ним последовало. Однако волновавшие ее вопросы не получили четких ответов. Действительные причины их ареста так и остались невыясненными. Ознакомившись с архивными документами, можно выдвинуть 2 версии. Согласно первой, ее сестра Татьяна, действительно имевшая связи с анархо-синдикалистами Москвы и Ленинграда, помогла группе анархистов перейти советско-финскую границу и была выдана анонимным письмом, в результате чего последовал ее арест в мае 1925 года. За отсутствием улик через 2 недели она была освобождена, и за ней было установлено открытое наблюдение, под которое подпала приехавшая к ней сестра Анна, а также знакомые рязанцы, учившиеся в Ленинграде. В августе 1925 года, после того, как советские спецслужбы получили второе анонимное письмо, все поднадзорные
Арестованные были арестованы, однако следствие сосредоточилось только на сестрах Гарасевых. Остальные фигуранты дела были отпущены. Вторая версия звучит так. Татьяна Гарасева в подготовке ухода анархистов за границу не участвовала, а должна была играть роль козла отпущения, чтобы полностью переключить на себя внимание спецслужб, которые по плану вынуждены будут ее освободить за отсутствием каких-либо улик. Более того, поскольку о переходе границы анархистами в деле Гарасевых ничего не сказано, и об этом известно только из догадок самой Анны, можно предположить, что в первом письме анонима сообщалось не о переходе границы, а о подготовке покушения на члена политбюро ЦК партии Григория Зиновьева. Но давайте вернемся непосредственно к дневникам Анны, которые проливают свет на творящийся беспредел бурных послереволюционных лет. Если коротко, ее повествование выглядит примерно так. От детства в Рязани, через революцию, тюрьмы и ссылку, военную Москву, снова к военной и послевоенной Рязани, к современности, завершаясь рассказом о годах знакомства и сотрудничества с Александром Солженицыным. Ее натуре было свойственно вспоминать, размышлять и делать выводы, опровергая ложь советской власти и навязанное забвение, бороться за правду и достоинство человека. Родители учили нас делать добро всегда, когда это возможно, и с этой заповедью я прошла всю свою жизнь, неизменно встречая в самые трудные минуты людей, которые приходили ко мне на помощь. Мне довелось прожить почти целиком 20 век, увидеть торжество свободы, увидеть, как свобода была растоптана, а ее лозунги стали лозунгами рабства худшего, чем когда-либо видел мир. Я жила в самой бесчеловечной стране на свете, но на каждом шагу встречала людей, которые утверждали мою веру в человека, в свободу личности, в конечное торжество добра и справедливости, людей, которые восстанавливали попранное достоинство человека. И я смогла дожить до таких изменений, о которых еще 10 лет назад мы не смели и мечтать, относя возможность их вперед, если не на столетие, то на десятки лет, когда нас уже не станет. В своих мемуарах Анна описывает жестокие и бессмысленные погромы дворянских имений по всей России в революционные годы. Повсеместное насилие, которое стали осуществлять сами крестьяне, и террор большевиков произвел на нее неизгладимое впечатление. Ужас жизни тех дней и бесчисленные невинные жертвы красного террора нельзя ни описать, ни сосчитать, писала Анна у себя в дневниках. Это была своего рода репетиция. Где-то я прочла, что в Рязанской губернии было больше всего разгромлено богатых имений. Именно разгромлено, сожжено дотла, причем часто совершенно бессмысленными человеческими жертвами. Не думаю, что рязанские крестьяне были более жестокими, чем в других местах. Скорее всего, они были более темны и дики. Отсюда это бессмысленное уничтожение домов, парков, оранжерей, церквей, икон, библиотек, мебели, картин, всего того, что этим самым народом создавалось веками и завещалось последующим поколениям. Но наш народ всегда сам уничтожал свое будущее, и то, что с ним потом произошло, он подготовил своими руками. Поэтому, когда я вспоминаю, что мне довелось увидеть и услышать от людей, переживших гораздо больше меня, я не могу сострадать ему в должной мере». Анна пишет, что уже летом 1918 года в Рязани стали брать заложников. Заложниками, то есть потенциальными, а по факту вполне себе реальными жертвами советского террора, являлись представители всех слоев населения, подлежащие поголовному расстрелу в случае каких-либо антисоветских выступлений или волнений в данном населенном пункте или местности. Так называемый институт заложничества, предполагавший беспощадные массовые расстрелы мирного населения, был введен повсеместно в России по прямому указанию Ленина и повлек за собой десятки и сотни тысяч жертв. Анна описывает, как в импровизированные городские концлагеря, бывшие некогда церквями и монастырями, загоняли арестованных людей. «Мы не приняли всерьез большевиков, не поверили, что кто-то сможет эту свободу раздавить, и весь народ, такой народ, поставить к стенке, сделав пособником кучки негодяев. Ведь выборы в учредительное собрание были действительно свободными и готовили долго. Но именно поэтому сторонники Ленина получили на выборах всего четвертую часть голосов от общего числа, да и то лишь в крупных промышленных городах. Это и заставило их пойти на вооруженный Октябрьский переворот, тотчас же развязав внутренний террор, а затем и все ужасы построения социализма.
В своих мемуарах Анна также рассказывает, как заключенных в ленинградских тюрьмах пытали холодом и жарой, в камеру по специальным трубам закачивали или очень горячий, или совершенно ледяной воздух, а также специально запускали в камеры крыс. Были и такие камеры, откуда наоборот воздух выкачивали, чтобы заключенные медленно задыхались. За протесты против установления режима я довольно скоро очутилась в камере-одиночке, куда накачивали горячий воздух, доводя температуру примерно до 50 градусов. Жару я переносила легко, она на меня не действовала. Было гораздо хуже, когда потом меня перевели в ледяную камеру. Она представляла собой щель около 2 метров длиною, к одной из стен которой была прикреплена доска шириной 10-15 сантиметров. Заключенный сюда мог только стоять или сидеть на этой жердочке, опираясь спиной о стену, а стена была ледяная, потому что в ту зиму морозы доходили до минус 30. Впрочем, возможно, ее могли охлаждать и искусственно. Неоднократно Анна и Татьяна объявляли голодовку в тюрьме. Вообще, голодовки были одной из немногих форм протеста, доступных заключенным в СССР. Таким образом, они пытались бороться с произволом следователей, тюремной и лагерной администрации, а также таким образом требовали соблюдения своих прав. Еще в самом начале своего арестантского пути в 1926 году начальник первого секретного отделения ОГПУ пригрозил Анне отправкой на Соловки, и она объявила голодовку. Соловецкий лагерь особого назначения являлся значимой частью советской лагерной системы. Местный комплекс служил для изоляции противников большевистского режима. Уже в первой половине 20-х на Соловках, а также на близлежащих островах Онежского залива Белого моря возникли первые концентрационные лагеря большевистского режима. За 16 лет существования на Соловках лагеря и тюрьмы через острова прошли десятки тысяч заключенных, среди которых представители известных дворянских фамилий и интеллигенции, крупные ученые, крестьяне, писатели, художники, поэты. Лагерь вошел в историю как крупнейший в СССР, но также и за то, что условия содержания в нем отличались крайней жестокостью. Тысячи заключенных были расстреляны. Многие умерли от невыносимых условий жизни и труда. Вот как она описывает свое состояние. Соловки были не только серьезные, но и смертельные. Мы уже знали о тамошних зверствах и расстрелах. Поэтому я объявила голодовку. Глупую голодовку с водой, а это нельзя, если сердце плохое, потому что начинается отек. Сначала меня держали в общей камере, чтобы могла соблазнять еда. Затем перевели в специальную, маленькую и узкую, как ящик. А главное, душную. Там воздух поступает только через дверной глазок, больше никаких отверстий нет. С потолка свисает электрическая лампа в 1000 свечей, стоит топчан, на котором ты лежишь, и лишь узкая щелочка отделяет его от другой стены. Но главное – духота. Я уже вся отекла, чувствовала себя очень плохо и полагала, что здесь и придет мне конец. Вероятно, каждый человек хочет, чтобы о нем после смерти осталась хоть какая-то память. У меня с собой было 2 запретных предмета – английская булавка и крохотный огрызок химического карандаша, который я старательно прятала при обысках. Ими я и написала на стене, ниже топчана, 2 слова – Анна Гарасева. Не помню, какой это был день голодовки. В итоге сестер Гарасевых этапировали не на Соловки, а в Верхнеуральский политизолятор. Вот что пишет Анна об этапировании. «Этапы – главное место встреч. Здесь свои и чужие едут в одних столыпинских вагонах, вместе шагают по улицам этапных городов от вокзалов до тюрем и обратно. Встречи полны рассказов о новых арестах, о судьбах людей, о происшествиях в политизоляторах, тюрьмах и ссылках. Здесь узнаешь, куда едут уже отсидевшие свой срок. Закон этапа – всем рассказать обо всем. Молчать можешь только о собственном деле. Потом эти новости передадут по цепочке дальше, и они дойдут до адресата». В 1928 году по окончании срока заключения Анну отправили в ссылку в Казахстан, откуда она была освобождена досрочно через 2 года. В середине 60-х судьба преподнесла ей один из главных подарков. Она познакомилась с Александром Солженицыным, жившим в то время в Рязани, а вскоре знакомство это переросло в тесную дружбу не только с писателем, но и с его рязанской семьей, дружбу, которая сохранялась вплоть до отъезда его за границу, о чем она рассказывает в заключительной главе своей
своих воспоминаний. Скончалась Анна Гарасева 11 декабря 1994 года и похоронена на семейном участке Гарасевых Скорбящинского кладбища в Рязани. Татьяну Гарасеву советская власть помотала по лагерям чуть больше. Хотя она и была освобождена досрочно, однако в 1936 году была вторично арестована по так называемому Майкопскому делу и приговорена к 10 годам лишения свободы. В 1948 году она была арестована в третий раз и отправлена на вечное поселение в Красноярский край, где провела 6 лет. Я сидела, наверное, как-то я подсчитывала, сколько я тюрем видела. Вероятно, тюрем 50. Вообще за 23 года во всех городах видела. В 1958 году она была реабилитирована. Вернувшись в Рязань, Татьяна подружилась с семьей Солженицына и помогала сестре прятать фрагменты его рукописей. Вместе со своей сестрой Татьяной Анна на протяжении всей второй половины 60-х активно участвовала в сборе, обработке и хранении материалов для архипелага ГУЛАГ, экземпляры рукописи которого хранились в ее доме на Подгорной улице в Рязани. Лично мне мемуары Анны и ее бескомпромиссный характер напомнили еще одну примечательную фигуру тех лет – Ефросинью Керсновскую. Она также была заключенной ГУЛАГа, высланной из Бессарабии на принудительные работы в Сибирь в 1941-м и осужденная на длительный срок исправительно-трудовых лагерей. Она была авторкой мемуаров, более 2000 рукописных страниц, и иллюстраторкой. Свои дневники Ефросинья сопроводила 700 рисунками. Она писала о своих детских годах в Одессе и Бессарабии, высылке и пребывании в ГУЛАГе. Ее мемуары под названием «Сколько стоит человек» я читала в прошлом году, и меня до сих пор бросает в дрожь от ее ярких и красочных воспоминаний чудовищного пребывания в трудовых лагерях. О ее ссылке, о выживании на спецпоселении в сибирской глуши, о тяжелом лагерном труде, о голоде и в целом о невыносимых условиях в лагерях читаешь как самый настоящий хоррор. Такие личные истории побуждают нас еще больше ценить то, что у нас уже есть, и продолжать бороться за свои права и свободу. Вообще, уже к 1950 году в ГУЛАГе находилось более 500 000 женщин. Как таковых женских лагерей в формате современных тюрем для женщин в системе ГУЛАГа не было. Каждый исправительный трудовой лагерь состоял из лагерных отделений, лагерных пунктов, разбросанных нередко по достаточно обширной территории. И здесь репрессированные узницы советской мясорубки не только банально выживали, но и поддерживали друг друга в лагерях, несмотря на нечеловеческие условия содержания. ГУЛАГ стал неким промышленным комплексом, настоящим конвейером смерти, куда отправлялись осужденные на срок более 3 лет. Там были свои нормы и план, как, собственно, на любом другом производстве. Так, в трудовых лагерях, где было швейное, деревообрабатывающее и сельскохозяйственное производство, женщин было больше, чем в других. Для женщин в лагере основным было выжить и избежать тяжелых общих физических работ. Как правило, это означало труд в крайне суровых условиях. В Оркутлаге, в шахте, на Колыме, на прииске, в Нориль-лаге, на рудниках. Эти работы требовали огромных физических усилий, сопровождались высокой смертностью, и через 3 месяца такой работы заключенные фактически превращались в инвалидов, которых на лагерном сленге называли доходягами. Работа в помещении значительно увеличивала шансы на выживание. Никаких гендерных различий в трудовой нагрузке не было. Таким образом, нормы выработки были одинаковыми и для мужчин, и для женщин, независимо от возраста или опыта. Если шахтер на свободе должен был добыть определенное количество кубометров угля, то и женщина-арестантка должна была добыть столько же. Так, на строительстве номер 501, так называемая «мертвая дорога», примерно каждый 4-й, 5-й лагпункт был женским. И там женские зоны ничем не отличались от мужских. Та же структура и абсолютно та же работа. В одних случаях это могла быть работа в пошивочных мастерских, а в других – лесоповал, расчистка полотна железной дороги от снега и другой тяжелый труд в условиях вечной мерзлоты. Часто изнуряющие, а точнее
вернее, инвалидизирующий и смертоносный труд был попросту лишенным смысла. Известно, что система ГУЛАГа беспощадно расточала человеческие ресурсы. Так, одна заключенная писала в воспоминаниях, как они зимой строили дамбу в Инте, чтобы перекрыть рукав реки, и выкапывали канал, куда должно было пойти русло. С первыми весенними водами дамбу снесло, а в канал река так и не пошла. Это к тому, каким якобы прогрессивным в отношении женщин, по мнению фанаток и фанатов Совка, был СССР. Но лично меня такой вот прогресс советской тоталитарной машины в плане массового уничтожения населения лишь повергает в ужас. И в заключение этой истории о невероятных женщинах, противостоящих советскому режиму, мне бы хотелось вспомнить о политзаключенных в современной России. Как вы все, наверное, помните, 1 августа этого года власти России провели беспрецедентный обмен политзаключенных на граждан России, содержавшихся в тюрьмах за рубежом. И, естественно, освободить удалось далеко не всех. Можно сказать, что повезло лишь отдельным медийным политическим деятелям и деятельницам. И на фоне этого события мне хотелось бы вспомнить, что в неволе остаются еще 1289 политзаключенных, весомая часть из которых – женщины. В настоящее время большинство женщин-политзаключенных — это те, кого преследуют за антивоенную позицию. Только по антивоенным делам в заключении находятся 184 женщины. Активистки сообщают, что женщин-политзаключенных в России становится больше по двум основным причинам. Во-первых, уголовные дела стали заводить чаще, а значит и число преследуемых в разы возросло. Во-вторых, государство в последние годы начало видеть в женщинах реальную политическую силу и угрозу для режима. По данным ОВД-Инфо, чаще всего уголовные дела в отношении женщин заводят по четырем статьям – фейки об армии, публичные призывы и оправдание терроризма, повторная дискредитация армии и заведомо ложные сообщения о террористических актах. Абсолютное большинство фигуранток антивоенных дел судят за фейки. Однако, как утверждают активистки, в заключении женщины особенно уязвимы из-за недостатка поддержки с воли и жестокой трудовой эксплуатации. Это касается и политических заключенных, и тех, кто отбывает наказания за бытовые, экономические, насильственные преступления. Главная причина – у женщин нет такой большой поддержки с воли, как у мужчин. Как правило, о женщинах забывают. Те, кто хоть как-то поддерживает их с воли – это пожилые матери и какие-то родственницы. Во-вторых, в отличие от мужчин, для которых в колонии не всегда есть работа, для женщин работа есть всегда. Это швейное производство. Женщины шьют обычно форму для сотрудников СИН, полиции, военную форму, а также спецодежду для рабочих на заводах. Разумеется, ни о каких трудовых правах заключенных речи не идет. Женщины могут работать по 8-12 часов, а иногда и вовсе сутками, потому что в СИН важно, чтобы заказы выполнялись вовремя. При этом такой труд, можно сказать, не оплачивается. По словам активисток, зарплата составляет несколько долларов в месяц. Женщины в заключении попадают в систему, которая говорит им: «Вы были и являетесь неправильными женщинами, раз вы совершили преступление. Мы должны сделать из вас нормальных женщин». Фразу «Вы даже не женщины» слышала почти каждая заключенная. Лично для меня достаточно очевидно, что вся тюремная система – это система унижения человека, уничтожения мотивации, самооценки, осуществляемая через полный слом личности, никак не способствующая уменьшению преступности в мире. Впрочем, карательная система государства тут вовсе не для этого, не стоит особо обольщаться. Хотя государство и называет тюрьмы исправительными учреждениями, доклады ООН и других международных правозащитников защитных организаций демонстрируют противоположную картину. Тюрьмы не только не способствуют исправлению людей, но и усугубляют их положение. Тут, пожалуй, можно только согласиться с французским философом Мишелем Фуко, который в своей книге «Надзирать и наказывать», посвященной критике тюрем, писал, что есть три глобальных института, создающих в нас чувство подконтрольности, беспомощности и зависимости – армия, школа и тюрьма. А при тоталитарных режимах система с многочисленными трудами
передовыми и концлагерями уже не просто институт контроля, но самый настоящий конвейер смерти. Уничтожение человека в человеке, превращение заключенного в бессловное животное и радикальная изоляция. Потому что, как писала Ханна Аренд, только над изолированными людьми можно осуществлять тотальное господство. «Я жила в самой бесчеловечной стране», писала анархистка Анна Гарасева, и, несомненно, основываясь на собственном опыте, она вольна делать подобные выводы. Но я все же считаю нужным добавить, что хоть бесчеловечной окружающую нас действительность и делают государственные институты, правящие элиты и так далее, все же выбор поддерживать или отвергнуть данный беспредел все еще остается за нами. Такой вот несгибаемый аристократизм духа и верность своим идеалам мы рассмотрели с вами в сегодняшней истории. Надеюсь, вам понравилось это видео. Лайки, комменты, репосты — все это меня очень порадует. Всем любви и свободы. Бай-бай!